Алло, здравствуйте, Георгий Алексеевич? Александрович? Александрович, прошу прощения. Это Парандеева Оксана, помните, нет? Вот так, слушаю летом. Вас, да, слушаю вас. Я, знаете, вот вас спросить хотела, вот вы как бы, у меня у знакомой авария произошла, машину ей помяли, вы вот как-то вот можете помочь что-нибудь в этом? В чем? Помочь, чтобы деньги дали? Нет, 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 у нее машина, на нее вот наехали парни молодые, и машина как бы вся что-то это перекоричила, ну, и это, нельзя не закрывать ничего. Ну, понял. Надо при встрече вот урегулировать. Но здесь я этим таким вопросом, конечно, занимаюсь, но не по телефону же это разговаривать, правильно? Согласитесь. Ну. Вот. Пускай обращаются. За ваши деньги любые приходите. Не, а вот. Ну как, вот ее, наверное, думаю, надо вот проконсультировать, хоть ее действия. Это по-любому надо будет судиться, наверное, да, вот ну, с этим молодым человеком. Изначально необходимо посмотреть, какие документы есть. Изначально, нет. Что оформлено, что не оформлено, вызывали, ДТП оформлено сотрудника ГАИ или нет. И исходить из, какие доказательства имеются. Ну. Вот, и надо исходить из того, что имеет. Потому что сейчас на данный момент... Вы же тоже со слов говорите. Да у меня мама просто в гости съездила, она говорит, вот так, так-то там у нас. Ну вот видите, со слов, я же говорю, вы являетесь, опять же, свидетелем того, что она передала вам. Угу. Ну, сами не участвовали в этом процессе. Угу. Так что... Ну, тогда, если что, ваш номер дам ей. Ладно. А у вас как обстановка со школой? Не опрашивали вас? А не со школы, а с детским садиком? Да садик-то у нас проблем нет. У нас в школе вон добровольные пожертвования подняли. А я вам сказал, что... Половина теперь стала. Ну давайте, говорю, напишем. Вы же сами боитесь. А ты где? В какой школе добровольно-то? Школа-интернат. А сколько просят? Было три, теперь 3,5. Да? Вот. А это когда вам озвучили вот эту сумму? Это 1 сентября на общешкольном собрании. Ничего себе. Это директор или руководитель школы, да, так сказала? Директор, да. Это в 2012 году, в сентябре месяце, значит, да, получается? Да, да, да. Ну, а да. Сейчас вон я тут с одной женщиной познакомилась, так вот так между делом разговорились, и она говорит, вот я, говорит, ребенка на подготовительные курсы, ну, дошкаленка-то хотела, говорит, туда. Угу. Устроить. Да. Так, говорит, намекнули, мол, 40 000 надо заплатить. Ух, нифига себе. Чтоб ребенка туда взять. Вот так вот. Вот я сама в шоке. А сегодня какое число у нас? Чего? 28 число, да, января 2013 года? Вроде, ну. Ну вот, нет, вы вот вообще-то хотите, как сказать, со мной сотрудничать в этой области? Давайте будем работать. Сейчас с директором школы судиться, что ли? Почему судиться? Прокуратуру надо привлекать здесь. Следственный комитет, я же вам говорил. Угу. О чем бояться? Нет, без смеха, я еще раз говорю, без смеха. Без смеха-то, да, я понимаю. У меня тут просто, знаете, еще с ребенком такие проблемы пошли. Все, какие еще проблемы? Да нет, кто не день, у меня ребенок чего-нибудь натворил. Ну, это, извините, предвзятое отношение уже. И потом они вашего ребенка будут лелеять, еще раз повторяю, лелеять. Да? Я вам гарантирую, что вашего ребенка будут лелеять прям-таки. И трогать не будут, еще раз повторяю. И жалобы необоснованные, они будут сразу испаряться. А вы же ничего не делаете, из-за этого начинают вас штурмовать. Угу. Вы просто, вот на вас, честно говоря, если вот так подойти, да, правильно делают? На вас испытывают, понимаете, терпение народа. Ну, разве так можно? Угу. Давайте работать будем. Надо, что-то делать. Нет, если не мы, тогда кто? Извините, вот ваш ребенок вырастет, а потом скажет, ну что, мамаша, ага, что ты сделала, например, чтобы улучшить мою жизнь в свое время? Ничего не сделала, а что тогда, спрашиваешь меня, разве не так? А вы сейчас на произвол судьбы пустили, под накатом идете, и что-то хотите, извините, пожалуйста. Давайте реагировать, давайте принимать меры. Вы живете не для того, чтобы кушать, понимаете, а кушаете для того, чтобы жить. Вы перепутали вот это все, основу саму, прошу прощения.
Вот все материально превратили, вот шубу одеть, вот и машины какие-то. Идрис говорит, ну живите вы, живите. Созидайте, а не разрушайте вот эту картину. И во благо надо, а не в разрушение для. Когда займемся? Тогда заявление от вас. Все, мы пишем, делаем. Делаем, нет? Прям сейчас, что ли? А хоть час. Сейчас Нет, я сейчас еще на больнице. Я в больнице сейчас. Так, болеть отставить, болеть нельзя. Вот. Как выйду, так сразу и отставлю. Вот, отставите, да? Так. И вот, я вас уже тот раз еще говорил, давайте, говорю, давайте. Вот, запомните, локоть здесь, да, потом не укусите. Да, вы укусить не сможете, еще раз повторяю. Потом будете каяться. А чтобы этого не было, я вас поддержку даю, вас свою поддержку даю, понимаете, нет? Ага. Жду звонка тогда, когда вы это того... Воспаление хитрости выйдете. Как созрею. Как созреете? Вы что-то долго зреете. Вы лишь бы не протухли. Не протухли. Нет, нормально все. Извините. Ну давайте. Жду звонка тогда. Хорошо, до свидания.